Да, блин. Кто? Где? Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в FNAF Security Breach. И, кстати, Новый год прошел, и это первый, получается, видос. Ну, видимо, первый. Я не знаю, первый это будет видос или не первый. Если первый, то добро пожаловать в первый видос в этом году. Если не первый, то, короче, я не знаю, я много их записал. Тем временем у нас с вами необходимое задание, которое нам необходимо выполнить. Что-то подлагивает все нафиг. Так, покинуть голову. А, починить голову. Покинуть голову. Мой мозг уже выполнил давно это задание. Итак, нажать кнопку. Я так понимаю, мы должны, да, вложить голову. Голова вложилась. Теперь мы... А, нам не покажут фокус, да? Весь тот фокус, который там происходит внутри, нам не покажут, к сожалению. Ну как так? Покажи мне что-нибудь. Почини голову задание. Отличная работа. Отнеси тримиантированную голову назад на гонке Рокси. Помним, что у нас на троечку... Да, у нас на троечку есть камера. Пас-камера, которая обездвиживает наших врагов. Хоп, сохраняем и валим отсюда. Что у меня с фонариком? Надо починить. Ой, подзарядить. Итак, побежали. Давайте не будем церемониться. Хотя, погодите, здесь могут быть сюрпризы. Во-первых... Нет, это фигня, а не сюрприз. Там же этот диджей! Он ползал, он может на меня напасть где-нибудь. А! Твою мать! Обида! Стоп! Джим! Джим! Где ты? Чика! Улыбку! Бэч! Все, побежали. Хорошо. Смог убежать. Нам совсем недалеко бежать, оказывается. Как хорошо, как замечательно все. Побежали, побежали. А! Нет! Не трогай! Заряжай! Ой, заряжай! Ну, сохраняй! Есть! Все, не страшно. Валим. Ух. Камера зарядилась. Итак, камера. Смотрим, камера. Нет, карта нам нужна. Непонятно здесь ничего. Выходим. А где у нас были гонки Рокси? Стойте, нам нужно вниз. Вон в ту сторону, по-моему, да? Интересно, а мы пойдем вот туда, вот где Бонни находится? Там тоже какой-то аттракцион. Я не помню, он открыт, закрыт. Аккуратненько. Аккуратненько. А, черт! Да, блин. Кто? Где? Слушайте, тут Фредди как бы нужен. Фредди! Фредди! А, мы здесь не пройдем? Я что-то малость заплутал, но, кажется, нашел правильный путь. Позабыл, блин, позабыл. Бывает такое. Это оно? Это оно, наконец-таки. Оп! Сохранялка. Сохранялка здесь. По сути, осталось самое легкое. Нам нужно вон туда пройти. По-моему, там стоял этот робот. Где мы можем спуститься? Черт, 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 черт. Уйди. Да, блин! Нет! Слушайте! О май гад! Подохнем! Какое-то настрёмное стало. У тебя глаза без зрачков. Нет! А, все. Ух, не спалился. Вот он! Давайте сразу сохранимся здесь. Лучше сразу сохраняться. Мы не знаем, как долго потом мы не будем видеть эти сохранялочные консоли. И не хочется перепроходить все заново. Эта игра любит. Любит делать такие запары. Смотреть катсцены по 1000 раз. Получить глаза Рокси. Глаза Рокси? Воу! Мы катаемся. Нет, пока мы не катаемся. Мы еще даже ничего не делаем. Я просто сижу, смотрю, расслабляюсь. О! Видите, катсцена. Мы ее будем смотреть постоянно. А сейчас у нее нормальные глаза со зрачками. Оп! Ну, блин, даже не дали покататься. А, все? Иначе надо сейчас сразу с ракурсов показать этот момент. Или мы еще не все? Она жива! Твою мать. Нет, она сдохла. Победа. Катсценная победа. Где она? Где я? А, вот и где. Брать. Вот так бы со всеми боссами. Итак,
улучшить Фредди с помощью глаз Рокси. Сохранялочка. Слушайте, такой босс-файт мне очень нравится. Он мне по душе. Пока я сидел, попивал сачок, Рокси сдохла. Итак. А, здесь нужен Фредди. Фредди! Мы не можем. Бо! Мы не можем. А почему? А где мы можем? Почему? Так. А, кнопку надо нажать. Ё-моё. А! А! Нет! Я вообще не был готов к такому. Я сначала подумал, потому что у меня же Фредди там оставалось одно деление. Я его не использовал поэтому, потому что не видел капсул зарядки. И подумал, что игра такая посчитала, что все, у Фредди мало заряда, он ничего не может тебе помочь никак. Так, берем камеру. Заряд есть. Нет! Погодите! А-а-а! Точно, надо было об этом сразу подумать, ведь и камера не сработает, потому что нечего слепить, глаза-то у меня. Значит, просто бежим. Окей, это будет страшно. Это будет максимально неприятно. Разворот! Куда бежать? А, все правильно, это задумано. Нужно было просто бежать в сторону. А, она не видит меня. А, черт! Бежим, Фредди! В какую сторону? А! Мама, 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 мама! Тихо! Окей. Хорошо, это напряженно, мне нравится это. Сюда! Вот! Рокси, твою мать! Ну что за прикол? Нам нужно приманить ее. Ты идешь или как? Сюда. Вот она. А! Сломала? Умница. Так. Давай. В обход идем. Где она? Хватит выламывать двери, и так уже ей досталось. Смотрите, тут все горит. Пожар. Какого дьявола? О, боже мой! Аккуратней, аккуратней, аккуратней! Так, привлекли внимание! Привлекли внимание! Заползай! Спасибо! Она ведь не полезет за мной? Конечно, полезет! Или будет эта штука стрёмная? Маленькая стрёмная штука. Улучшить Фредди. О, все. Она не сдохла. Получается, мы еще ее встретим. Она все еще идет за мной. А где мы находимся? Карта. Мы где-то за кулисами гонок. Ладно, просто бежим. Да, просто бежим отсюда. Окей. Окей. Отлично, да, это гонки. Теперь нам надо аж... Твою мать! Она ведь не побежит уже, все. Опа, сумочка. Ну-ка, что здесь будет? Какая-нибудь коллекционка, наверное, да? Итак, записка. Сообщение. Итак, преследование машин. Отчет об ошибках в поведении. Рокси не пропускает ни единой гонки. У нее прямо микросхема плавится. Так она ждет открытия гоночного трека. При каждом тестовом прогоне она постоянно путается под колесами. Если так будет продолжаться, трек не удастся починить никогда. Суперведущий! Откуда мне эти все записки? Поздравляем вас с установкой нового и улучшенного движка АДДЖЕЯ Джим Джим. Позволит вам наслаждаться музыкой на протяжении нескольких тысячелетий благодаря запатентованной методике под названием импровизация, без роялти. Вы не встретите двух одинаковых песен. Сэкономьте целое состояние на уборке. Благодаря ряду подключаемых трубок, Джим может выполнять уборку между сетами. Кстати, мне кажется, диджей будет лучше звучать.
При необходимости вы можете активировать режим вышибалы. Внимание, режим вышибалы все еще находится в разработке. При включении режима вышибалы гарантия будет аннулирована. Вот что произошло с ним. Все выключилось, и он стал меня пытаться вышибить. Отчет для руководства. Кегельбану нужно сменить оформление. Хотя я так давно не слышал слова кегельбан, обычно говорят боулинг. Хотя я сняла большую часть баннеров с Бонни, дети продолжают спрашивать, где Бонни? У нас есть официальный утвержденный ответ. Окей. Все, мы прочитали все сообщения, мы можем бежать дальше. Я так понимаю, Рокси нам уже не страшна. По крайней мере здесь. Кто это выходит оттуда? Кто это от... Погодите. Это хорошая мысль, спасибо, что намекнули. Это робот. Где-то же здесь была капсула. Капсула! Почему бы не путешествовать в безопасности, верно? Верно. Пошли. И теперь сейчас очень далеко нужно идти. Где у нас находилась эта комната? По-моему... Эй, пошел в жопу робот. По-моему, где сцена, да, под сценой прямо. Давайте там сохранимся, здесь такой смысл. Здесь можно спокойно идти. Смотрите, Фредди еще действует как вибромассажер. Очень приятно в нем сидеть, комфортно. И мышцы не затекают вовсе. Ну чё, пойдем? В принципе, могу даже в него не садиться. Вот здесь сохранимся. Короче, я скипнул весь путь до суда, потому что ничего особо интересного там не происходило. Все довольно-таки стандартно, банально и спокойно. Легкая прогулочка. Вот здесь будет сейчас у нас веселье самое, потому что мы помним, как в прошлый раз у нас хорошо получалось вот это все апгрейдить. Любое лишнее движение, даже движение, которое игра посчитает лишним, хотя вроде как все правильно, и то это будет засчитано как поражение. Ладно, давай, Фредди, гоу, садись. Мы знаем теперь, что нельзя находиться внутри Фредди, когда ты активируешь консоль, иначе все плохо. Добро пожаловать в отдел запчастей обслуживания. Выберите подходящую процедуру. Подготовка к процедуре улучшения. Вы можете зайти в защитный цилиндр. Фух, окей. Ну давайте. Пожалуйста, Фредди, не психуй. Давайте демонтируем морду Фредди. Нажмите на нос Фредди, чтобы снять кожух черепной коробки. Хорошо. На нос. Осторожно отключите глазные кабели. Опа, опять. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Есть! Щелкните по глазам, чтобы извлечь их из морды Фредди. Раз. Четенько! Отлично, вставьте новые глаза в пустые глазницы. Щелкните по глазам, чтобы установить их на морду Фредди. Давайте вот сюда нажмем. Есть! Well done. Прекрасная работа. Подключите глазные кабели на место. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, пи. It is time to close the faceplate. Теперь, вот, пожалуйста, вот так. Есть! Запуск фазы испытания. Давайте. Раз. Раз, два. Сейчас будет три по зеленой. Теперь четыре по зеленой. А, раз, два, три. Там. Пытается запутать. Раз, два, три, пум-пум. Раз, два, три, пум-пум, пим. Есть! Завершите улучшение. Все, Фредди, ты теперь круче, чем кто-либо. Чего-то не хватает, надо еще Чику грохнуть будет, да? Итак, завершить. Как тебе новые глаза? Регулировка дается мне сложновато. Ты выглядишь по-другому. Я могу видеть движущиеся объекты сквозь стены. Правда? Я не знал, что Рокси может видеть сквозь стены. Это глаза Рокси?
Ну, да, на гоночном треке произошла авария. С ней все в порядке? И ее ничто не может остановить. Используйте глаза Рокси, чтобы увидеть то, что недоступно другим. Окей, закрываем инструкцию. Грегер, отличные новости. Уже почти 6 часов. Ты будешь в безопасности, если сможешь найти выход. Но поторопись. Воспитатель детского сада совершает последний обход. О, нет. Нет. Эти глаза просто чудо. Я не знал, что существуют такие великолепные цвета и объекты. Теперь от меня ничто не спрячется. Я вижу что-то вдалеке. Повсюду. Это секреты. Используйте выход, чтобы сбежать из пиццеплекса. Но будьте осторожны, зарядные станции отключены, поэтому они не могут вас защитить. Той, погодите, это все? Игра окончена? Выходим. Скорей, скорей, скорей! А! А как же? А как же быть? А через что мне выходить? Не лифты ли случайно? Ой-ой-ой-ой-ой. Все же не работает. Нам нужна лестница какая-то. Какая-то лестница, которая фиг знает где. Не сюда. Или сюда. Не сюда. А куда? А куда? Вряд ли какой-то из этих лифтов будет работать. Может быть, аварийно? Нет, он даже не откроется, мама. Кажется, я понял, куда нужно идти. Кажется, я понял, куда нужно идти. О, боже мой, этот свет. Смотрите, недоступно, но мы-то можем... А, это все открыто уже. Блин, мы тратим батареи просто так. Вы же понимаете, на что нам даже не дали сохраниться. То есть, если мы сейчас сдохнем, нам придется заново настраивать Фредди. Вообще делать все заново. Идем. Не выходим из Фредди. Потому что эта тварь может в любой момент напасть. Вот здесь как понять нам, куда идти. О, блинушки. Так, не мешайся. Перекрыто. Есть ли другой путь? Ну, типа здесь? Потом просто призовем Фредди, да? Надеюсь, сработает. Даже фонарь не зарядили. Мама. Мама. Мама, мама, мама. Окей. Тихо. Кто? А, Фредди. Фредди? Иди сюда. Быстро. Окей. Все, идем дальше. Можно идти. Походу, мы правильно идем. Погодь, погодь. Ты обратно залезь. Обратно залезь. Обратно залезь. Все, в жопу фонарь. Нам еще надолго его хватит. Лучше не стоит рисковать здесь. А! Ты здесь, гнида. Так, это не работает. А! В какую сторону нам идти, ребят? Я не знаю. Так, может, здесь были. И кнопка эта вряд ли нажмется. Уже мы пытались это сделать. Она точно не нажмется. Сюда нам тоже никак. Что за фигня? Куда я пришел? Погодите, а может быть в эту сторону? Ну, выбитый. Почему он не может выбить? Что это?
как же меня раздражает. Вот все нормально вроде бы с игрой, но вот это меня просто вымораживает. Я не выходил. Я не выходил из Фредди. Он просто посчитал, что я уязвим внезапно. Хотя Фредди был не разряжен, он был в порядке. Смотрите, оказывается, кнопку можно нажать. Я не понимаю, почему раньше мне не получалось. Я же подходил вплотную и не было. Ладно. Мне кажется, отсюда будет проще гораздо мне найти выход, потому что в этих тоннелях я просто... я путаюсь. Стоим здесь, ждем, вибрируем. Итак, нам нужно всего лишь навсего просто пойти к этим лифтам. И, по-моему, спуститься там по лифтам вниз, и как раз таки там будет... Да, главный вестибюль будет. Что это? Что это такое? Что это такое? Чё за... О, боже мой, нет, всё. Всё. К чёрту диски. Где она? Почему Фредди не видит её? В чём прикол этих тупых глаз? Ладно, слишком много врагов здесь. Не хочу диск. Он мне не нужен. Мне не говорили брать диск. Значит, всё нормально. Итак, наверх. Вообще никого не видно, ни одного робота, никто не выделяется. Что за пафосная речь? Я теперь могу увидеть все. Эй, малыш, знаешь, который час? Двери открыты. Почему ты все еще здесь? Планируешь тут поселиться или ищешь работу? Может, поучаствуешь в программе стажировки? И тебя получится отличный охранник. Грегори, думаю, тебе полагается награда. Иди проверь главную сцену. Погодите, я только что был. Я только что оттуда пришел. Может быть, стоит спуститься вниз и посмотреть еще раз? Это появилось как задание? Нет. Ладно, хорошо, давайте сходим. Посмотрим на главную сцену. Просто из любопытства. Нет. Где она осталась? Где Луна? Здесь-то он не появится. Пять 56. 4 минуты осталось. Это мы сейчас влияем на концовку, мне интересно, или нет? Вы кого-нибудь там видите? Я не вижу никого. Блин, я хочу этот диск взять так сильно. Че, рискнем? Давайте возьмем диск. Да, да, Рокси, ты прекрасна. Раз. Есть! Ретро-компакт-диск неизвестный. Вот и все, кажется. Ладно. Успели. Ух. Главное, что выжили. 5.58. Ванесса? Здесь никого нет. Вообще никого нет. Я просто так сюда пер. Окей, ладно, валим тогда к выходу. Она специально это сказала, да? Чтобы я сюда пошел и потратил время просто так. Давайте просто держаться подальше от всех. Ах, гребаные эти аниматроники. Прощай, мистер Луна. Я ухожу. Быстрее. Скорее! Скорее! Нажать кнопку! Как мне бежит вот эта игра гребаная! Все, теперь я не пойду смотреть главную сцену. Я не буду выходить из Фредди ни на секунду, если это не будет необходимо. Все эти коллекционные предметы, уж извините, я не буду брать.
Потому что тут все, все направлено против меня, абсолютно все. А вот и выход. Я надеюсь, что это выход. Это тот выход, который мне нужно идти. Есть! Идем! Давай, Грегори! Фредди, открыты! Идем! Нет, я не могу выйти из этого здания. Конечно же можешь. Пойдем, мы где-нибудь тебя спрячем. Без зарядной станции моя система отключится в течение часа. Это мера предосторожности. Такова моя конструкция. Я должен оставаться здесь. Не смей возвращаться. Здесь никогда не будет безопасно. Я буду скучать по тебе. Фредди, если я уйду сейчас, ничего не изменится, ведь так? Эти исчезновения не прекратятся. Да, боюсь, что ты прав. Грегори, ты должен принять решение. Дверь открыта, и ты можешь уйти. Или можешь остаться и продолжить расследование загадок пиццы Плекса. Что-то мне подсказывает, что Ваня не единственная проблема этого места. Внимание, станции сохранятся. Сохранения перестанут работать, если вы останетесь. Если Грегори поймают, игра будет окончена. Ну погодите, давайте останемся. Билет на вечеринку отдайте. Какую вечеринку? Различные области, чтобы ты... Ты остаешься? Я так рад. Вот, я нашел билет на вечеринку. Здесь есть места, которые мы еще не исследовали. Веди меня, звезда. Он сказал... Все, я остался, остаться, я остаться. Боже мой, не могу. Игра, игра, как ты сделана? Кем ты слеплена? Из чего? Итак, задание. Дверь открыта, сбегите с пиццеплекса. Использовать Phaser Blast. Окей, пойдемте в Phaser Blast, посмотрим, что нас там ждет. Вот мы попали в Phaser Blast. И теперь у нас есть возможность пройти. Да. Мне казалось, что в клуб гольф Монти тоже такой же вход. Видимо, с другой стороны, да? Да, вот. Все, теперь магическим образом исчезай. Я отвернусь. Оп, оп. Фредди, иди сюда. Где ты? Фредди? Фредди. Без понятия, где он? Ладно. Окей. Мы здесь еще ни разу, по-моему, не были. Кто? Кто? Что за гром? Что за землетрясение было? Между прочим, у меня тут одна попытка. А Фредди не идет. Фредди идет! Привет, Фредди. Сохранить нельзя. Давайте зайдем в него лучше. Я, кстати, заметил, что у него деление одно пропало. Два деления. Блинушки. Тут есть где-нибудь зарядка? Нету. А в какую сторону нам идти надо? Это туалет, где мы маленькими своими бластерами будем стрелять. Давайте возьмем, раз уж здесь нам вроде никто не угрожает пока что. Единственный аниматроник, который остался, это Чика. Ну и луна солнца. Ладно, я думаю, нам нужно вот сюда идти. И здесь какая-то тайна нас ждет. You must be the new Phaser Blast recruits, and from the looks of you, the orange/blue team hasn't got a chance. Soon you will be fighting for your lives on a hostile alien planet. But first, I am here to tell you how to play Phaser Blast. There are two rules you must follow. Она сейчас будет нас учить, как играть. Итак, первое. Не бегать. No hitting, kicking, pushing, shoving. No shooting phase blasters in, near or close to other players' eyes. Being flashed in the eyes may induce seizures, blindness or semi-permanent paralysis. If you are flashed in the eyes, immediately flush your eyes with soap and water. Then хорошо, они дичь мне втирают здесь, которая, возможно, никак не относится к фактической игре. Do you want to hear the rules again? Нет. Warning. Phaser Blast is a high-energy space combat simulation.
Я должен был где-то взять лазер. My medical software makes me a qualified doctor, and I approve of this message. By listening to these instructions, you have waived all rights and ability to make any claims against Faster Entertainment. Сейчас, погодите. Она, возможно, даст мне бластер этот. Or injuries are your sole responsibility or a shared responsibility between the company associated with the medical incident. Now get in there and fight, fight, fight. Все. Мне не дали бластер. Before you can enter the arena, you need to grab a helmet and face blaster. Итак, face blaster, когда применяется он, надо нажать для оглушения ботов ударом по глазам именно. Итак, переключить предмет. Есть, мы взяли щит. Очки, 3 очка должно быть у нас. А с кем мы сражаемся? И где прицел? У нас нет курсора, я не знаю, я буду стрелять наугад, получается. You are on the orange team, soldier. Report to the orange hallway. Я в оранжевой команде. У нас с вами 6 хп. Окей. А, вот теперь мы сейчас начнем. У нас, кстати, еще 6 зарядов всего. Упси-дупси. Какого... Вау! Я хотел поиграть в такой реально. О, раз. На счет. Нужно убить всех или что? Чика! Я плохо слушал правила. Я не знаю, в какую сторону бежать и что нужно сделать. Так, кнопочка. Бэм. Захватить флаг. О, есть. Найс шот. Сдохла. А у нас будет перезарядка? Воу. А тут что? Не знаю, для чего это. Подохла. А! Блин, как трудно без прицела. Все, подохли, подохли. А у меня все. У меня нет заряда. Так. Вы успешно защитили. Пора идти на следующую станцию. А мне патроны кто-нибудь даст? Есть. Хорошо, ищем следующую станцию. Все, я понял механику. Все очень просто. Скорее всего, нужно идти в другой цвет. Вон туда, в сторону синего столба. Или какого? Или что, куда? Ух! А Чику можно будет грохнуть? Слышите? Или это были мои шаги? Я не знаю, я всегда пугаюсь своих шагов. Скорее всего, это были мои шаги. Итак, мы где-то... Вот она, кнопочка. Все, обороняем. Вы захватили флаг. Так, стой. Да что ты здесь? На! Оп! Сзади на пол. Оп! Есть! Кто? Есть! Nice shot! Просто monster kill. 3, 2, 1. Есть! You have successfully defended the station. Move on to the next one, space. Следующая! Теперь зеленая. Оп! Оп, стоп, 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 стоп. Как будто рейлган прямо у меня. Вспоминая свои детские годы, когда я играл в Quake. Удохлый уже. В какую сторону? Вот мы в зеленой области. Скорее всего, где-то здесь должна быть кнопочка заветная. Кнопочка заветная! Оп! Промахнулся, нифига себе. Погодите, у меня только 2 выстрела. Меня не зарядило. Ой, блин, ой, блин, ой, блин. Последний выстрел. Нет! Дайте заряд! Дайте заряд! А, дайте заряд! Не трогай! Не трогай! Отвали! Есть! You win! Ты разгромил армию пришельцев. Отличная работа, астронавт. Пройди к лифту для победителей, чтобы получить награду.
Главное не перепутать с лифтом для лузеров. Blaster Return. Нет, это... Погодите, использовать... А, вот, все. Отличная работа, звезда. Ты выиграл Phaser Blast. Теперь получи приз в зале суперзвезд. Окей. Что это за зал суперзвезд? Я не помню, где это. Давайте будем держать бластер. Я ж сдал его, все, у меня его не будет. Хорошо, Чика будет, возможно, поэтому используем камеру, если что. Где зал суперз... О, боже мой. Твою мать. А это куда? Куда ведет вентиляция? Так, погодите, это какой-то секрет, судя по всему, да? Ё-моё. О, там дальше можно пойти. Сообщение. Не задавать вопросов. Сводка о новом сотруднике. Руководитель службы безопасности. Опыт работы отсутствует. Внутренняя рекомендация от имя удалено. Чувствую, я сейчас в дебри пойду какие-то. Фредди, та крольчиха прячется в тайной комнате над Phaser Blast. Похоже, там ее логово. Думаю, ее зовут Ванни. Ванни. Похоже на сокращение от Ванесса. И Банни. Не думаю, что это совпадение. Тогда не Ванни, а Банни. Ванни, скорее. Эй, эй, а как мне пройти? Погодите. Чё я... Я прибыл отсюда. А надо вот сюда. О, сюда как-то можно зайти? Так, Фредди не вызвать. Или нельзя зайти, или это просто... Какая у меня задача сейчас, я не понимаю. Блин, я просто так здесь походу. А вот, собственно, мой приз. Итак, Phaser Blast теперь у нас есть. Окей. И все. Кажется, это все. Выход в эту сторону. Ну что ж, какие у нас еще есть задания? Сбегите из пиццеплекса, узнать, как вывести Чику из эксплуатации. И найти комнату охраны в призовом уголке на третьем этаже. Не знаю, это не обязательные квесты. Давайте... Job, отличная работа, звезда. Ты получил Phaser Blaster. Но для этого тебе пришлось пожертвовать билетом на вечеринку. Найди комнату охраны. Я уверен, там ты найдешь что-нибудь полезное. Комната охраны? Что здесь есть комната охраны? Где она? Исследовать офис Phaser Blast. Хорошо, мы исследуем сейчас его. Охрана, видимо, вот. Да. Что мы быстро нашли. Вот, в сортире. Рокси в космосе. Это брелок. Вот она. Грегори, я знаю, что ты тут. Возьми повышение допуска и беги оттуда. Почему? Что это значит? Взять пропуск. Зарядить фонарик. Все, пропуск охраны. Мама. Так, получен еще какой-то уровень доступа. Да ё-моё! Билет на боулинг! Какая удача, ты нашел годовой безлимитный абонемент в Боулинг Бонни. Целый год бесплатного боулинга. Стоимость входного билета в Мега Пицца Плакс не включена. Так, мне это не очень нравится. Окей, зарядить фонарик мы зарядили. Фредди где-то здесь. Бежит прям ко мне. Ой, как неприятно, он меня пугает. Перестань меня пугать. Так, что у него с зарядкой? По-моему, там на минимум, да? 3 деления. Окей. Теперь мне нужно в боулинг бани. Это на третьем этаже, по-моему. Да, самый третий этаж.
И по-прежнему у нас одна попытка. Больше никаких ошибок нельзя допускать, иначе все заново проходить. Боулинг, 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 значит. Вот клуб Боулинг Бонни. Третий этаж, и Фредди нас сопроводит туда. И не хочу напарываться ни на кого. Я так понял, что бластер не работает на обычных роботов почему-то. Либо он не работает уже после того, как они тебя обнаружили. Я не знаю, как это работает. Как-то так, выходим. Бластер! Да блинушки! Нет! Нет! Пожалуйста! Сволочь! Уродливые, блин, аниматроники, ненавижу их! Короче, бластер тоже не работает. Мне нужно что-то придумать, как-то отвлечь ее. Охренеть, как я был близок. Какой у нас план? Что мы можем придумать? Мы можем вот ее сюда отвлечь. Она идет? Рокси! Вот она. Ой, блин, благо я подзарядил Фредди. Ой, благо я подзарядил Фредди. Господи, как... Как было бы плохо, если бы я его не подзарядил. Мне надо что-то сделать с этими роботами. Они мне мешают. Так. Да берись ты, бластер! Не работает! На! Ты взял? Да... Я же... Да пожалуйста, 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 у меня один... О, все, выжил, выжил, выжил. Короче, бластер не работает на этих ботов. Может быть, камера сработает, я не знаю. На Рокси же ничего вообще не действует. Че у нас тут? Какой прикол здесь? Никакой сохранялки. Ладно, давайте просто посмотрим, что из себя представляет боулинг. Надеюсь, я не сдохну здесь. Ё-моё, как много ботов. Возможно, здесь будет просто мини-игра, да? А! Сумка. Ну давай, что там? Итак, два сообщения сразу. Спрячьте смесь. Переместите все запасы секретной смеси Монти в хранилище для мороженого, которое находится за Кигельбаном. Дополнительные инструкции будут предоставлены позже. Итак, где-то в здании находится автомат с игрой Princess Quest 1. Настоящий игровой автомат. Наверное, разрабы сделали его на базе той старой игры для мобильников. Но зачем было портировать ее на автомат? Какой-то Princess Quest в здании находится. И за Кигельбаном есть секретная смесь Монти. За. За Кигельбаном где-то, наверное, мы можем пролезть. Что? Какого хрена? Кто звуки издает? Окей, никто не издает. Это я. Это просто интершумы. Робот. Давайте ослепим его на всякий случай. Оп! Толку ноль. Мне следовало догадаться, что это просто баганый робот. Окей, но он никого не позвал. Секретная смесь мороженого. Это здесь. Так, здесь можно спрятаться. Здесь что закрыто? А вот здесь. Как раз таки мы можем найти. Вау, стрёмно. Что-то неприятно. Окей. Последняя сумочка. Проверка безопасности.
вниманию работников кухни. Отдел запчастей и обслуживания опасается, что Чика может получить серьезные повреждения, если попадет в пресс для мусора. Всегда проверяйте пресс для мусора перед использованием. Запрещается использовать пресс для мусора для утилизации пиццы, объектов со вкусом пиццы или материалов с запахом пиццы, особенно секретной смеси Монти. В противном случае стоимость замены Чики будет удержана из вашей заработной платы. Вот она! Нам нужно в мусор запихнуть ее. Стоп. Короче, сначала нужно... Ё-моё. Ладно, я могу так, мне кажется, попасть. Нет, не могу. Не могу. Да какого дьявола кривая игра? Секретная смесь Монти. Секретная смесь Монти. Использовать в прессе для мусора. Тогда мы сможем Чику приманить. Итак, у нас есть... Да, блин, нос зачесался, это к беде, кажется. У нас есть камера, будем использовать ее по максимуму. Возможно, и бластер поможет. Что это? А, просто секретка. Золотой Монти. Сюда нам не нужно. Самое напряженное, что у меня всего лишь одна попытка. Да ё-моё, хватит эти звуки сдавать. О! Вот он пресс. Имеется в виду пресс для кегель. Так, нам нужно приманить всех роботов сюда. Блин. Давайте попробуем. Знаете что? Сдохло. Еще есть? Они повсюду, мама! Их нужно собрать всех вокруг себя. Блин. Блинушки. Итак. Оп! Ну где? Где? Походу, это не здесь. Однако мы что-то правильно сделали. Нам нужно просто продолжать идти, видимо. О, черт! 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 А! Нет! Я запаниковал! Все заново. Игра кончена. Ой, блин. Я думаю, сделаем так. В этом выпуске мы уйдем, посмотрим на концовку и потом вернемся и попробуем пройти все вот эти вот секретные места и те места, которые мы пропустили. Уйти! О, комикс! Это луна? Мальчик Грегори убежал? Забавная стилистика, что они решили в виде комикса это все преподнести. Как-то неожиданно даже. Позже. Он спрятался в коробке. Ему холодно. Пропавшие дети. Ванесса пришла за ним. Вот и все. Грегори все равно, получается, пропал. И у него что, получается, нет родителей, он бездомный мальчик, который случайно залез в этот пицца-плаза. Очень милая музыка. Я вот думаю, здесь же есть несколько концовок, да? По-моему, их тут много даже, вроде как. Насколько я знаю. Точно не одна. И... эти концовки не дополняют историю? Или они ее, как сказать, переделывают? То есть хорошая концовка, где Грегори выживает, и плохая концовка, где он не выживает. У нас получается, что сейчас за концовка была? Напишите в комментах, это плохая концовка, или это норм концовка, или это канон концовка? Не знаю, что это. Мы можем пропустить
Нет, вот титры мы не можем пропустить. Давайте дождемся конца титров, посмотрим, может быть, есть какая-то сцена после титров. К сожалению, не было никаких сцен. Вот основное меню. Итак, давайте подведем итог какой-то промежуточный. Во-первых, хотел бы я узнать у вас, ребят, ваше мнение. Интересно ли вам будет посмотреть, как я нахожу всякие секреты в этой игре, другие концовки? Ставьте лайк, пишите комменты об этом. Я учту ваше мнение. Пока что сейчас, что я могу сказать об этой игре? В двух словах, если это не раскрытый потенциал. Игра могла быть гораздо лучше. Ее можно было сделать чуть проще, в плане не сложности загадок, потому что тут их нет толком, не считая той дебильной с лабиринтом. А я говорю про... Можно было сделать проще, чуть меньше механик, но хотя бы отполировать их, сделать их веселыми, интересными. Чтобы было ощущение вызова, и при этом чувство триумфа было великим. Вот, допустим, то, что мы сейчас поиграли в Phaser Blast, это было настолько просто и легко, что казалось тратой времени, нежели чем-то интересным. Вот, опять же, про лабиринт я вообще говорить не буду. Я специально посмотрел прохождение разных ютуберов, как они реагируют на лабиринт. Все просто сдерживали мат. В том числе и я. Это отвратительная была загадка, она была ужасно сделана. Я вижу вот эти титры, сейчас я посмотрел. Там ребята писали, насколько они много страсти вложили в игру. Я не сомневаюсь, что, скорее всего, страсть была в этой игре. Но непонятно, что за проблемы были во время разработки этой игры у команды. Потому что они же наверняка знают, что они выпускают на рынок. Они знают все проблемы своей игры. По-любому должны знать, иначе это просто они идиоты, если не знают. Вот, и хотелось бы понять, что там за кулисами происходило, потому что игра, ну, ужасно сделана. Это кривая подделка, не более. Как бы сама идея, да, прикольная, тут можно было много чего сделать еще гораздо круче, вот эти все разные комплексы, разная механика, разные мини-игры, это все здорово, но это все не раскрыто до конца, поэтому я сказал, не раскрытый потенциал у игры. Были моменты прикольные с теми роботами, которые ты отворачиваешься от них, они за тобой бегут, Луна и Солнце, очень прикольный персонаж, который мне понравился. У меня даже есть пару интересных идей, не знаю, буду я реализовывать или нет, их посмотрим. Вот, но персонаж реально крутой, меня он повеселил. И, в принципе, все, что можно сказать об этой игре. Я не силен в лоре Нафа. Я играл в 4 или 5 частей. У меня есть в описании, будут ссылки на них, на плейлисты, посмотрите, если вы не видели. Вот, и мало чего я знаю про эту игру, поэтому... Ну, как бы сюжет, вот он, мальчик застрял и выбрался. И сдох в итоге от Ванессы, как бы ни к чему мы не пришли. Опять же, пишите в комментах насчет других концовок, других пасхалок, которые я могу посмотреть в следующих выпусках, если вам интересно. Если нет, то мы двинемся просто дальше. А пока что огромное всем спасибо, друзья, что смотрели это прохождение. С вами был Юджин, и всем пять!